Добрый день. Итак, продолжаем эксперимент по выращиванию хлореллы из грибов, из мицелия грибов, того пенечка, который я показывал. Так я могу с полной уверенностью сказать, что эксперимент удался. И на сегодня это выглядит вот так. То есть явно развивается хлорелла. Раствор водички начал зеленеть. Ушел этот оттенок от гумисола. И теперь можно приступить к дальнейшему кормлению. Ну, убрать эту органику с грибов и проращивать дальше. Теперь, что касается этого вот исходной. Тот бутыль, который перезимовал, он его уже догоняет. То есть это будет новый штамм. Теперь, что касается всех других микроорганизмов, которые здесь развиваются. Ну, скажем, зеленый оттенок дает цианобактерии и эвглена. Но есть такое обстоятельство, при котором они не развиваются. Это низкая температура. Это очень существенный фактор, потому что это неблагоприятные условия. Эвглена выпадает, образует цисту, а цианобактерии, ну они, бактерии, они быстро развиваются, но им нужна высокая температура. Хлорелла, это как бы ее ниша, она спокойно может развиваться при температуре ниже 10 градусов. Но вот не стоит... Вот сегодня был заморозок, и хлорелла вот в баночке приобрела маленький такой цвет, потому что она замерзла и выпала вместе со льдом вниз. Вот как ни странно, лед должен плавать, а он упал вниз. И она слиплась, и раствор стал такого цвета. Это говорит о том, что она может выпасть вообще... Ну, это неблагоприятные условия, и могут образоваться как бы ее споры. И она перестанет быть вегетативной. То есть не стоит оставлять хлореллу до момента ее замерзания. В общем, я теперь не хочу слушать ни от кого, что не получается. При любых условиях оттенок, конечно, не очень передается. Я вот специально поставил цветочек зеленый. При любых условиях хлорелла прорастает. Даже самых неблагоприятных. Тут было и замерзание. И тем не менее она развивается, если есть питание. Теперь, конечно, нужно убрать эту органику отсюда, ее перелить. Не стоит провоцировать. Тем более температура начинает повышаться. Я ее буду переливать, и будет... Это один штамм, а это другой. Я буду смотреть, как они будут развиваться. Буду выбирать оптимальные. Ну, самые те растворы, которые набирают высокую плотность бактерий в растворе. Так что все удачно получается. Я и сам не ожидал, что с первого раза все получится. Ну... Первая попытка, и все. Все работает. Одно из самых важных условий – это естественное освещение. Ну, я пришел к такому выводу. Оттенок не передается зеленый, но я могу сказать точно, что здесь все в порядке. Эти все, все, что повсплывало, это надо процедить, убрать, потому что ее нужно теперь переливать в новую емкость и процеживать. Чтобы исключить развитие других микроорганизмов. Ну, дальше я покажу, как пользоваться хлореллой. Будет еще много полезной информации. Но для этого мне нужно ее будет нарастить. На этом все.